вот она прошлась там по моим губам, по моему лицу и так далее. Елена, ты бы хотя бы вначале бы посмотрела мое интервью. Я же открыта с аудиторией. Я всегда рассказывала про свой неудачный опыт в моей жизни, когда в 17 лет я решила, что я хочу стать Анджелин Джоли. Вот и захотела. Она в каждом журнале. Эталон красоты. Я думаю, ну если эталон красоты – это губы, почему бы не пойти? Но денег, как всегда, нет. Если что, денег нет. Что ты закачала в губы тогда? Я пришла в клинику по акции. Причем удивительное какое-то, знаешь, помещение полуподвальное. Ну, она в халатике, врач стоит, все. Я говорю, хочу губы Анджелины Джоли. Она такая, без проблем, сейчас тебе их сделаю. А мама, папа, никто не знал.